Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 13 июля. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно особенный день. Сегодня тот день, когда вам обязательно нужно бросить щепоточку соли для того, чтобы убрать любые преграды, любые, возможно, неприятности, возможно, любые взгляды с негативной стороны в вашу жизнь. И тогда ваш день пройдет благополучно, успешно и удачно. Также обращаем ваше внимание, что если у вас сегодня предстоит какая-то важная встреча или важный какой-то разговор, обязательно также проведите эту практику. Даже если вы смотрите это видео уже вечером, проведите эту практику, откройте дорогу потоку изобилия, достатка и благополучия. Что же сегодня у нас за такой особенный день? Во-первых, давайте начнем с того, что сегодня у нас с вами по лунному календарю 24 и 25 лунные сутки. Лунные сутки начнут свое действие 0 часов 18 минут по московскому времени. Вместе с нами они будут на протяжении всего этого дня. Убывающая луна в знаке зодиака Телец до 10 часов 25 минут по московскому времени. Далее переходит в знак зодиака Близнецы. Что же нам дают именно эти знания касательно лунного календаря? Итак, сегодня у нас с вами в какой-то степени день такой вот пассивности, спокойствия, умиротворения. Даже если вам сегодня нужно куда-то бежать, спешить, что-то срочно делать, не спешите это, потому что зря будет потраченное время и ваша энергия. Кроме того, остались считанные дни до новолуния. Обращаем ваше внимание, что 17 июля у нас с вами новолуние. Новолуние будет в знаке зодиака Рак, но об этом мы с вами в другом видео поговорим. Ну а сегодня вам не стоит сильно активничать и бежать впереди паровоза, потому что ни к чему это не приведет. То есть только суета, какая-то беготня, какая-то поспешность, но в результате вы не увидите никаких результатов, тех, которые бы вы, например, хотели достигнуть в своей жизни. Поэтому старайтесь сегодня быть спокойными и старайтесь быть сегодня умиротворенными, насколько это возможно. Также старайтесь в этот день избегать случайных контактов, случайных каких-то неожиданностей. Лучше сегодня проводить практики по очищению себя от того негатива, который может проявляться в этот день. Обращаем ваше внимание, что сегодня 13 июля, хотя 13 число и не пятница, но на некоторых людей именно это число будет оказывать влияние. Поэтому если вы видите прямо с раннего утра, что у вас что-то не заладилось, у вас что-то не получается, это не повод спешить, расстраиваться и бить горшки. Возможно, вам нужно остановиться и перенести какие-то переговоры, какие-то встречи, подписание каких-то контрактов на другой день. Поэтому прислушайтесь к себе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Лучше подумать о том, что вы можете сделать в этот день для себя. Возможно, вы давно не уделяли себе внимания. Возможно, вы себе сами пригласите в ресторан или в кафешку, где посидите, порелаксируете, просто подумайте о своей жизни. Это будет правильное расположение к себе и также правильное использование своей жизненной энергии. Кроме того, когда вы вдохновляетесь, когда вы что-то делаете для себя, вы таким образом получаете новые силы, у вас появляется вдохновение, у вас получается радость, а значит и возможность созидать и творить. К сожалению, в сегодняшний день у людей не будет хватать энергии для того, чтобы реализовывать какие-то глобальные цели и задачи. Потому что у людей будет присутствовать какая-то вот лень, апатичность, где-то недовольство, способность где-то с кем-то ругаться. Поэтому если вы видите, что в вашем окружении, в коллективе вот такое вот происходит, лучше не спешите, знаете, баламутить мутную воду, потому что ни к чему это хорошему не приведет. Далее, сегодня неплохой день для судебных дел, а также для любой финансовой деятельности.
Кроме того, сегодня нужно реагировать особенно на любые провокации со стороны, только когда вас просят, вас вовлекают. Самостоятельно провоцировать этого точно не стоит, потому что, еще раз, энергии недостаточно у людей, и люди будут пассивными. Поэтому никто не просит, никто не жалуется, да и вам, значит, не стоит рваться в бой. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что сегодня противопоказано употреблять лекарства, сигареты и грубую пищу. Все, что забивает, как говорится, работу нашего мозга. В то же время уязвимая часть тела – уши. Постарайтесь их сегодня не чистить, не стоит сегодня прокалывать и не стоит сегодня делать операции. Что же касательно стрижки волос, то обращаем ваше внимание, стрижка волос увеличит глазное давление, приведет к ухудшению зрения. Могут обостриться какие-то глазные болезни, вероятное воспаление и появление ячменей. Даже такое может быть. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо уделять внимание себе, своему здоровью. Возможно, у вас в планах было заняться какой-то индивидуальной деятельностью, да, пожалуйста, но новые какие-то какие-либо дела в этот день все-таки не стоит начинать. День пассивный, и он о себе об этом говорит. А также сегодня не стоит обращаться к начальству по каким-то глобальным важным вопросам, даже если это касается компании. Лучше обращайте внимание на какие-то операционные вопросы, а если есть возможность не посещать сегодня, не идти на совещание или не встречаться со своим начальником или руководителем, так и сделайте. Также сегодня менять работу нежелательно. Лучше подумать о том, что вы хотите изменить в своей жизни или, возможно, внести какие-то ноу-хау. Это будет все-таки правильнее. Сегодня вы можете проводить любые операции с недвижимостью, все будет достаточно удачно и успешно проходить. Также обращаем ваше внимание, что сегодня должна быть умеренность в принятии пищи. Лучше, если это будет диета, также хорошо, если будет лечебное голодание. Но опять же, смотрите по своему состоянию здоровья, можете ли вы на это идти. Сегодня не стоит возникать никакие отношения, вне зависимости это в коллективе, дома или с вашими близкими родственниками, потому что сегодня споры крайне нежелательны и никакого конструктивного диалога не будет происходить. Также сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Умеренные физические нагрузки. И сегодняшний день по лунному календарю вполне подходит для небольших домашних дел. Теперь давайте посмотрим, что нам сегодня с вами говорит Архангел Михаил. Мы с вами обратились к оракулу Дарин Вирче и хотим посмотреть, какая же карта выпала на этот день, 13 июля. Итак, нам выпала карта, которая говорит нам о том, что нам сейчас вместе с вами нужно отпустить страх. Страх, это вот та вещь, которая мешает человеку дальше двигаться, мешает получать те блага, которые ему нужны в жизни, а также осуществлять, планы. Поэтому постарайтесь сегодня освободиться от страхов, от беспокойства, от уныния. Вы должны научиться себя чувствовать, знаете, вот умиротворенными. Когда вы умиротворены, когда вы счастливы, когда вы довольны, то у вас и мало страха, потому что эти страхи, они просто-навсего ни к чему. Также эта карта говорит нам о том, что вам нужно решить любые вопросы, которые касаются вашей личной жизни. Возможно, ваш партнер вас раздражает, возможно, вам нужно переосмыслить и поговорить в этом направлении. Кроме того, эта карта говорит о том, что отпуская страх, вы заслуживаете того, чтобы в вашей жизни было все прекрасно, чтобы в вашей жизни было все чудесно. Также позвольте принять свою жизнь и любовь, поддержку, достаток. Помните о том, что в нашей жизни все возможно, и только вы вправе реализовывать это. И также эта карта рекомендует нам сегодня с вами читать следующую молитву. Обращаем ваше внимание, что это будет молитва в описании к этому видео, поэтому очень важно, чтобы вы ее сами еще раз прочитали и обязательно написали в комментариях к этому видео. Тем самым вы ее активируете. А молитва звучит следующим образом. Архангел Михаил, прошу, помоги чувствовать себя надежно
и заслуживающим на твою поддержку. Спасибо, что очистил меня от тяжелых, отравляющих и эгоистических мыслей и чувств. Особенно эта молитва будет очень хорошо тем людям, которые, например, сегодня идут на какие-то встречи, на собеседования, и где-то вы переживаете, где-то вы расстраиваетесь, где-то вы не знаете, что вам дальше делать. Эта молитва сегодня будет у вас. Сделайте даже скрин себе этой молитвы и проговаривайте на протяжении всего дня. Если даже сегодня у вас в коллективе какие-то неурядицы, какие-то проблемы, склоки, кто-то друга обсуждает, сплетничает, эта молитва вам также поможет в этом. Также, девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки 13 июля, и как мы в начале видео сказали, что для кого-то это будет достаточно где-то тяжелый, где-то сложный день. Поэтому сегодня в любое время проведите следующую практику. Она очень простая, вам понадобится буквально щепотка соли. При этом вы можете проводить эту практику и на работе, можете дома, где вам удобно. Что вам нужно сделать? Вам просто нужно буквально взять щепоточку соли, бросить ее вне зависимости перед собой на улице и скажите следующие слова: «Соль бросаю, дорогу отворяю, жизнь прекрасную начинаю, истина да будет так». После этого закройте глаза и буквально на пару секунд представьте, что вы идете по золотой дороге, где вы видите только все самое прекрасное, все самое лучшее. Вы видите, как появляются ваши жизни. Вы должны понимать, что это очень важно видеть, это очень представлять. И тогда ваша жизнь действительно может меняться в лучшую сторону. Кроме того, когда вы постоянно с нами проводите определенные практики, прописываете магические волшебные слова, вы уже запускаете определенные процессы. Но вы должны понимать и то, что то, что вы запустили в своей жизни, не дали изначально сразу решительные вопросы или, возможно, допустили где-то ошибку, иногда нам понадобится время. Но каждый из вас, он творец, создатель и, конечно же, может изменить свою жизнь. Поэтому пробуйте, и у вас обязательно все получится. Мы всем желаем прекрасного, чудесного дня. Не забывайте провести эту сегодня практику со солью. Также мы предлагаем вам не забывать о том, что у нас следующее видео в 11 часов по московскому времени. Приходите на это видео, будет очень важная и ценная информация для многих людей. Также у нас недавно вышло видео касательно 17 июля, что ждет, грядет ли большая беда. Заходите на вкладку «Видео», там вы сможете ознакомиться с новым видео, которое вчера у нас с вами вышло. Оно очень важное, ценное для многих людей. Вы многие поймете процессы, вещи и те вопросы, которые вас, возможно, касались и вы интересовались, они обязательно вы услышите в этом видео. Всем желаем прекрасного, чудесного дня. Ждем от вас лайк. В комментарии не забудьте написать слово «благодарю». Также подписывайтесь на наш канал, если вы только пришли на наш канал. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, девочки и мальчики, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже в следующем видео.